Всем привет, это интернет-магазин Autotalk, и сегодня у нас на обзоре штатная магнитола в стиле Tesla на Toyota Camry в 40-м кузове. С большим экраном, как я и сказал, в стиле Tesla. Давайте комплект посмотрим. Фишки у нас уже подключены, это они идут в штатное место, то есть резать проводку не нужно, все будет у вас работать. Комплект у нас, такие ушки идут. Для установки удобный. Wi-Fi усилитель сигнала. Далее посмотрим. RSA выходы под саубвуфер, под камеру заднего хода, под там, переднего хода камеру или мультимедийное устройство, то есть под подключение для удобства. Это для вашего АБД-адаптера. Ну, то есть подключение там и климата идет. Вот, АБД написано, то есть, чтобы показывал двигатель и скорость. Естественно, фишка вот такая вот для подключения мультимедийных устройств, то есть жестких дисков и, например, там флешек. GPS-модуль. И идет такой кабель, но это, скорее всего, идет для подключения вашего климата. Так, давайте посмотрим саму панельку. Она пластиковая, серебристого цвета, подштатный идет цвет, то есть встает без зазора, все хорошо. Ваша печка будет убираться, то есть полностью будет экран такой. Здесь вот такие клавиши управления печкой, кондиционером, встроенный микрофон, кнопочка reset, если что-то случается, может было глюкнуть или так далее. Вот так у нас открывается менюшка выбора и настроек климата. Ну, как уже привычная, стандартная. Вот. Навигацию можно любую поставить. Такая вот у нас тулбар, двигающаяся. Машинка нарисована, меняющиеся обои. Подключение кнопок на руле поддерживает. Любую навигацию поставить можно. Через Play Market можно зайти в свой аккаунт, загрузить музыкальный проигрыватель, радио. Давайте посмотрим эквалайзер такой вот. Все хорошо, то есть на касание отлично реагирует, то есть замечательно. Регулировка яркости, выключение экрана ночью особенно актуально. Видеопроигрыватель, естественно, всем нужен Bluetooth Hands-Free. Код сопряжения вводите, загружается телефонная ваша книга, либо можно набрать и так номером телефона. То есть Bluetooth музыка, то есть передача музыкального аудиопотока напрямую через, без всяких проводов, через Bluetooth. Что-то у нас еще есть. Давайте посмотрим, какая у нас тут операционная система. Ну, то есть Android, то есть, естественно, я имею в виду 6.0.1. Вот у нас Android 6.0.1. Яркость сейчас прибавим немножко, очень легко прибавляется. Закрывается приложение таким вот образом. Все летает вообще. То есть с каждым разом прошивка все интереснее вот тут становится. То есть если сравнивать с бывшими моделями, то есть тут уже все по-русски. Все красиво переведено, так что покупайте в нашем интернет-магазине Autotalk.net, autotalk.com. Всем спасибо, пока.